Наш мир в опасности. Чтобы спасти галактику, мы обязаны найти 4 киберключа, прежде чем Десептиконы воспользуются ими во имя зла. Такова наша миссия. Лихач, Искритель, Вектор Прайм, Фагас, Пулемет, Оптимус Прайм. Трансформироваться и вперед! Wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. Трансформеры Кибертрон. Тоби, ты можешь проложить безопасный путь до Кибертрона? Мы стараемся. Скандалист. Черная дыра создает повсюду временную бурю. Огромная деформация пространства-времени окружает всю планету. Должен быть способ пройти. Да, есть один безопасный путь. Вот, соедини эти точки. Готово! Хорошо, мы заходим. Команда защиты Кибертрона отправилась на Кибертрон. Теперь наша задача — забрать омега-шлюз из Скандалиста. Но сначала разобраться с Мегатроном. Посмотрим, что Мегатрон может против этого! Да, заряжай и загружай! Начал, неудачник! Прочь земли! Ты себя переоценил. Не только ты можешь трансформироваться. Тебе уже пора бы разбиться! Сбежал, да? Трус, как я и думал. А? Неправильно думал. Ха-ха, это все, что ты можешь. Смейся, смейся, пилот. Сидит прямо в ловушку. Теперь ты мой. Буду рад тебя уничтожить. Уже не смешно, да? Я решил, что нужна помощь. Ты вовремя, ковбой. Второй раунд. Атака винтом. Вот где будет твой винт. Я знаю, что бить женщин нехорошо, но... Ты хорошо стреляешь! Зато смотри, как я могу! Неплохо, но не идеально, куколка! Волна из турбин! Ни один из вас в другого не может попасть! Какие же вы жалкие! Попрактикуйтесь на мишенях! Не нужно практиковаться на мне! Вернись, мелкая двухколесная! Я поймал фугас! Ты поймал воздух, автобот! О, нет! Мы разобьемся! Да! Два колеса лучше четырех! Увидимся, болваны! Неснемся из-за Алиса, а? Эй, ты, исполняй скандалиста! Ты не участвуешь в драке? Там и без меня тесно, парень, уловил? Да, понял, брат! Тесновато! Мы должны добраться до Скандалиста раньше, чем Мегатрон. Скандалиста и Омега-шлюза. Точно! У меня есть кое-что для незваных гостей. Эти глупые фокусы меня не остановят. На чьей
какой стороне ты сегодня, отшельник? Или кого ты сегодня предаешь? А я на своей стороне, как всегда. Просто поставил на скандалиста. За ним мы и пришли. Если сначала придется победить тебя, пусть будет так. Целься лучше, Прайм. Не переоцените себя, клоуны-автоботы. Не стукнуть, если не поймать. Давай, я здесь. А? Попал. Нет. Хватит. Хватит чего? Соедините силы. Да. Вектор Прайм посадил своего миникона-стража на спину отшельника. Если он свяжется со стражем, мы отследим отшельника и настигнем выстрелами. Я понял план Вектора Прайма. Просто слушай меня. Эй, ты начальник, а я твоя рука помощи! Вектор Прайм, следи за отшельником, чтобы не ушел далеко! Я гарантирую, наших сил хватит на этот бой! Хорошо, Мегалев, присоединяйся! Теперь сила двоих соединилась в одном! Десептиконы, вам немного осталось. Дикие челюсти! Ха-ха-ха, не попасть, если не увидеть. Прятки с дураками. Страж нам поможет. Вот там! Вижу. Там! Меня отслеживают, но как? Молодец, страж! Предатель! Кто я? Видел я кривые дороги, но это особенное. Это лучшее, что можно сделать. Искаженный космос окружает Кибертрон. Берегись, похоже, дождь из метеоритов. Скорее, остатки планет, разрушенных черной дырой. Готовьтесь, ребята, придется стрелять всю дорогу. Огонь! Еще два оттуда! Вот вам обоим! Еще один впереди нас. Ничего, я позабочусь. Что? Ты в порядке? Нет, ничего не вижу. Ты не можешь так ехать, лихач. А нам нужно пройти сквозь метеориты. Коби, можешь принять руль? Принять руль? Да, ведь из лихача это единственный путь. Есть! Можешь рулить удаленно через синхропанель. Круто! Совсем как автомат гонщика по каньонам, только без салона! Готовы? Покатили! Ладно, Коби, рулю тебя. Только краску не царапай. Коби, ты точно сможешь? Смотри! Я отвлеку! Ладно, я ударю с другой стороны. Ничтожество. Думаю, мы его сделали. Элэш! Мегатрон попал в обоих, да! Радоваться будешь в медпункте, хулиган! Посмотрим, кто тут ничтожество, Мегатрон! Огонь! Наша команда отправилась домой. Зачем мы деремся? На кону безопасность Кибертрона! За наш дом. Эта слизь выветрилась. Могу ехать сам. Спасибо за помощь. Не за что, лихать. Если вы выиграете, Кибертрон исчезнет. Тебе все равно, что станет с твоей родной планетой. Никто не выживет в пламени кнута. Ничего нового, кнут. Мы побеждали тебя и сделаем это снова. Челюсти льва разорвут тебя в клочки. Только добавим им сил. Сила ветра. Вот об этом я и говорю.
Устроим панихиду по кнуту! Пойду-ка я вниз. Саблекрыл, он не должен уйти. Наступаем! Что ты делаешь? Ты предаешь свою планету! Заткнись! Приближается Мегатрон. Знаю. Ты не будешь его останавливать. Зачем? Пусть это насекомое летит сюда. Ладно, они осматривались. Я чувствую искру Праймуса, горящую во мне из сердца Кибертрона. С дороги. Что за... Извержение. Нет! Всем, выбирайтесь оттуда! Там внизу омега-шлюз. Мы не можем его потерять. Я достану. Оптимус остался один. Тогда спустимся и прикроем его, Саблекрыл. Не думаю, что вулкан проснулся сам. Происходит что-то еще. Что это? Что это? Смотрите-ка, скандалист! Да, но он огромный. Он вобрал в себя искру Праймуса. Он мог стать очень сильным. Прекрасно. Великая искра. Скандалист? Он же был пониже. Что это? Корона? Корона подстать правителю вселенной. Твое время прошло, Мегатрон. Эра скандалиста будет эрой террора! Мы займемся, Мегатрон! Да, берегись, обезьяна! Мы на твоей стороне! Теперь мы не заберем у него омега-шлюз. Он слишком силен. Но без омега-шлюза Кибертрон обречен. Черная дыра затянет его и раздавит. А потом и землю. Все вы склоните головы передо мной или ощутите мой гнев. Что смешного? Я смеюсь над бесхарактерным трусом, тряпкой, которого я учил быть воином. Ты не избавился от этого, скандалист. Как бы ты ни вырос, ты все так же ничтожен. Да, ты, конечно, король. Король дураков. Не замечал, как жужжит и трещит насекомое перед тем, как его давишь ногой? Это ты, Мегатрон, жук с длинным языком. Посмотрим, когда я собью корону с твоей головы. Только силы недостаточно, а остального у тебя нет. Не смей! Не думаю, что мы им нужны! Их энергетический потенциал огромен. Взорвется до небес! Надо выбираться, но я не могу оставить меч. Вот и трещина! Я боюсь! Размер не имеет значения для моей силы, предатель! Мегатрон, если продолжите бой, уничтожите всю планету! Ваша энергия разнесет ее на части! Это так, Джолт! Боюсь, что да. О, пора улететь отсюда! Здесь становится жарковато! Уже лучше! Подожди меня! И меня! Ты не можешь нас там оставить! Эй, слезайте! Если ты будешь дальше пожирать энергон, продавишь мне крыло! Эй, почти как ты лошадки, но по-другому! Вперед!
Мегатрон, у меня есть план! Правда? И что за план? Ага! Громовержец Луна! Я как раз собирался улетать! А теперь возглавишь лобовую атаку! О, нет! Цель, скандалист! Как я в этом ввязался! Хватит выть! Готовься к драке! Громовитель! И трёпался! Готовый! Громовержец тоже готов! Держитесь теперь, огонь! Шуты! Все надо делать самому! Истребитель сбил его! Держи, не дай пошевелиться! Ну все, я внутрь! Я за тобой! Мы прикрываем Оптимус! Не стрелять! Нужно перекрыть поток энергона! Ясно! Снижать давление! Держитесь близко! Получилось! Они его остановили! Эй, ребята, а где Вектор Прайм? Не отправился ли он за Омега-шлюзом? Да, он прыгнул в вулкан. Но было извержение! Вектор Прайм, скажи, ты нас слышишь? Лори, я слышу, но я застрял в камнях. До меча не дотянуться, и я не могу прыгнуть сквозь измерения. Держись, держись, мы тебе пришлем подмогу! Всем автоботам, у нас авария! Ладно, я займусь. Осторожно! Не выйдет! Я отвлеку внимание! Эй, тебе стоит побеспокоиться о нас. А, держись, приятель. В порядке? Да, что важнее, это в порядке. Шлюз Омега. Я заберу. Ты не хочешь пройтись по магазинам и развлечься? А как ты думаешь, откуда у меня дизайнерский шлем? Не шути с этой вещью. Наши жизни зависят от нее. Это проблема всех автоботов. Вы не умеете веселиться? Умеем. Посмейся над этим. Для девушек важны аксессуары. Например, ракетница, которая увеличивается вдвое. Ну, разве не прелесть, а? Эй, ты шустрый для старичка. Тоже можно сказать о тебе. Так, ну все, теперь вам конец. Я ничего не сказал. Прости, что грублю, пышечка. Но игры кончились! Целую, пока! Погодите, разве вы не спасете девушку в беде? Мужчины! У нас омега-шлюз и 3 киберключа! Надо отнести их на Кибертрон и закрыть черную дыру! Да! Гори, команда защиты уже на Кибертроне? Нет, у них очень плотное движение. А? Думаю, нам должны начислять очки за сбитые метеориты. Если так, у меня было бы больше всех. Ну нет. Я настрелял вдвое больше тебя, приятель. Внимательнее, ребята, вы приближаетесь. Лори права. Кибертрон уже должно быть видно. Вы его видите? Нет ничего, кроме метеоритов. Погодите, вон он. Пора заменить оптику! Ура! Да! Красиво! Отлично! Минуту, там что-то есть! А? Увеличить картинку? А?
это металлоеды! Они поедают планету! Они такие большие! Никогда больше не подойду к паукам! Это и раньше никогда не подходило! Нужно быстро их пострелять! Но их миллион! Миллион против троих нас? Шансы у нас неплохие! Вперед! Ладно, паразиты, истребление начинается! Как хорошо вернуться на Кибертрон! Не лезьте на родную планету автоботов! Не взял мухобойку, обойдусь этим! Думаю, все. Похоже, не все. Оптимус, проблемы! Команда защиты Кибертрона! Я попробую помочь. Оптимус, нет! Главный режиссер Хироюки Какуда, режиссер Мануба Оно, художник Такеши Кумазен, оператор Аюми Ушиджима, композитор Кейси Монро, по рассказам Аарона Ачера, исполнительный продюсер Стивен Друкер. На русский язык фильм дублирован кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу СТС.